Теремок ТВ. Бода. Тихо все. Бода-барода. Буква С. Ау! Дети, вы где? Слева. Не вижу. Сзади. Нет, не путайте меня. Сзади я уже был. Теперь справа. Ну, знаете, слева-справа я вам не туда-сюда. А, вот вы где. Привет, Бода. Привет, дети. А зачем ты принес самовар? Чтобы показать вам букву С. Вот она. Спасибо, Бода, мы запомним. Ну и отлично. А теперь давайте пить чай, потому что он начинается на букву С. Бода, ну в слове чай нету буквы С. Ничего-то вы не понимаете. Сейчас все вам объясню. Чай состоит из воды и заварки. Вот вам и буква С. Бода, но в словах вода и заварка тоже нету буквы С. Ну и хорошо. Все, С забыто. Пьем чай без буквы С. Налейте-ка мне кипятка из этого тазика. Бода, это самовар. В нем есть буква С. Мы же договаривались пить чай без С. Так, где сахар? Но в сахаре тоже есть буква С. Больше нет. Что, горько? Зато не кисло. Сказал, буду чай без всяких «С» пить. Вот и нечего мне грабли в бороду втыкать. А я сяду, присяду. В слове «стул» тоже есть «С». О! Молодцы, что заметили. Убирайте! Но Бода! Польза стула все равно не доказана. Убирайте эту коварную «С». И из стола тоже. Ой! Бода, с тобой все в порядке? Ой-ой! Как же ты будешь без стола? Пить чай за столом и вредно для кудряшек. А в чае, главное, в чае что? Что? А вот эти вкусные кругляшочки! Бода, это сушки, в них тоже есть буква С. Так, дети, чаю хочу. Сейчас научу вас пить чай за буквой «С». Так, ну, нет, вот как-то так, или вот так, что ли. Ой, что-то устал я вас учить. Давайте уже сами, верните буквы на места. Вот получилось стул. А вот так стол. А вот самовар. И сахар. И сушки. Все, можно пить чай. Опа-на! Другое дело. Хе-хе. Теперь вам понятно? Что понятно? Чай можно пить не только просто так, но и с буквой «С». В прикладку, в прикуску или в приглядку. Как кто больше любит. Приятного аппетита, Бода! Да спасибо. Чего уж там, ладно. Письмо от мамы. Ой, что? Пожар? Землетрясение? Цунами? Тебе посылка, Бода. Какой ужас! Какой ужас! Бода, не бойся. Наверное, кто-то прислал тебе подарок. А это еще что такое?
Это письмо. Может, в нем написано, как открыть посылку? Читай скорей. Ха! Что это за закорючки? Почерк неразборчивый. Давай я помогу прочитать. Да, помоги. Здравствуй, дорогой Бода сын. Ой, так это же от мамы, мамулечки, малюпулюлечки. Мы так давно не виделись, что я решила взять быка за рога и отправить тебе посылку. Ух ты! Мама мне целого быка прислала! Ура! Нет, Бода, мама не посылала тебе быка. Взять быка за рога значит решительно браться за дело. Это называется образное выражение. Да? Конечно! Моя мама не станет обижать животных. Читаю дальше. Хотя я верчусь, как белка в колесе. Мама, колесе! Не морочьте мне бороду. Это опять образное выражение. Так говорят, когда у кого-то очень много дел. И чтобы успеть, приходится их делать очень-очень быстро. Тогда ладно. Читай дальше. Хорошо ли ты кушаешь, Бодочка? Страшно подумать, как ты отощал без маминых пирогов. Эх. Ну, не буду делать из мухи слона. Муха-слон. Да он же ее раздавит. Да нет же. Делать из мухи слона значит преувеличивать. А, вот это я понимаю. А то зоопарк какой-то. Отправляю тебе кое-что подкрепиться. Кажется, в посылке что-то съедобное. Понятно. Чтобы посылка открылась, ее надо съесть. Отгадай, что в посылке, она и откроется. Подсказка, пальчики оближешь. Может, там что-то сладкое? Клянусь бородой, это варенье! Ура! Ура! Приятного аппетита, Бода! Спасибо, дети. Аппетит у меня всегда приятный. Игра в загадки. Привет, малышня! Привет, Бода Борода! Сегодня будем играть в загадки. Ура! Будем играть на бублики. Я люблю бублики. А я как будто не люблю бублики. Слушайте первую загадку. Что такое круглое на «бо» начинается? Бочка. Неправильно. Болтик. Не-не-не-не-не-не. Борщ. Круглый борщ. Хе-хе-хе-хе. Борщ, он же красный или горячий. В общем, это слово «барабан». Странный барабан. Барабан, а не барабан, Бода. Я все равно победил, потому что на самом деле я загадал бороду. Но борода не круглая. А моя круглая. Смотрите. Круглобородый рыжий бок. Бода, почему ты себе сразу три бублика прибавил? А потому что вы три раза не угадали. Теперь вы загадывайте. Ну ладно. Белое, вкусное, начинается на «мо». А, ну, это ж любой знает. Кто ж не знает, белое, вкусное на «мо». Это же мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо. Мороженое. Мороженое. Хе-хе, отгадал. И снова Бода получает бублик. Па-бам! Бода, почему ты теперь два бублика прибавил вместо одного? А потому что Катя подсказала. А мне с подсказками неинтересно. Тогда мы еще одну, без подсказки, загадаем сейчас. Валяйте! Снаружи зеленый, внутри красный и сладкий. На «а» начинается.
Ананас. Ананас, если и бывает зеленый, то внутри не красный. Зеленый кокос. Нет, кокос внутри белый. И кокос начинается на букву К. Автобус. Неправильно, это арбуз. Арбуз я называл. Не называл. Не называл, значит, думал о нем. А неделю назад даже ел. Раз ты так жульничаешь, мы с тобой больше не играем. Ну, поиграйте со мной. Ну, пожалуйста. Я вам за это самую-самую секретную загадку загадаю. Кто самый умный, прекрасный, великий, великолепный учитель в мире? У него еще борода есть. Наверное, вот кто. Это что ли самый лучший учитель? Вы не угадали. Я самый лучший учитель. Бода, здесь и написано Бодо. Бода? Бода, это же я. Уф, угадали наконец. Бода, лучший Бода, лучший учитель. За то, что вы угадали такую трудную загадку, вы получаете 1,000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 ,
Ничья. Ой, стопочка бубликов ничья. Но я добрый, я съем. Смотрите, буду съедать наши бублики. Да. Буква Т. Здравствуйте, дети. Сегодня я покажу вам букву Т. А где же буква? Ах, вы морфики! Ой, морфики взяли букву покататься. Спокойно, дети! Сейчас я их догоню! Бода, тебе нужно что-то, на чем можно ехать? Какой-нибудь транспорт. Вот я и говорю! Транспорт мне нужен, а все стоят без дела. Телегу мне! Смотри, Бода, телега начинается с буквы Т. Начинаться-то она начинается, только не едет почему-то. Телега сама не поедет, нужно запрячь лошадь. Лошадь-ка, лошадь. А вы говорите лошадь. С лошадью она бы еще быстрее от меня уехала. Не нужна мне телега, нужен мне трамвай. Трамвай тоже начинается на букву Т. Бода, чтобы трамвай ехал, нужны рельсы. Это мы еще посмотрим. Шума много, толку мало. Не хочу трамвай, хочу теплоход. Теплоход тоже на букву Т. А этой железяке что нужно, чтобы она меня до морфиков довезла? Вода! Бода, нужно больше воды, река или море? Море. Нетю моря. Не хочу море, хочу морфиков догнать. Придется тебе ехать на тракторе, Бода. Он тоже на Т. Ладно, давайте ваш трактор. Попались. Итак, дети, сегодня я покажу вам букву... Букву Т! Точно! С нее начинаются... Разные виды транспорта. Трамвай, теплоход, трактор, телега. Правильно! И поэтому мы сейчас поедем кататься. На чем, Бода? На том, что начинается с буквы Т. Быстро ищем что-нибудь на букву Т, что ездить умеет. Автобус, велосипед, троллейбус. Вот молодцы. Бода, только троллейбусу проводов не хватает. Ох, вечно у вас чего-то не хватает. И на чем же мне ехать? О, придумал. Возьму таз и поеду на нем. Он тоже на букву Т начинает. На тазе ездить невозможно. Нужно просто немного фантазии.
Во! Видали? Как классно придумал! Никаких лошадей не нужно! Буква И. Привет, Бода. А что ты делаешь? Привет, дети. Я готовлю для вас новую букву. Смотрите и учитесь. Буква И. Ну что такое? Всю букву мне переломали. Как там было-то? Так, дети, еще раз. Буква И. И не такая, и вот такая. Такая, не такая. Запоминайте лучше, скорее. Что за барабуль? Спокойно. Хлипленькая какая-то эта буква И. Нужно ее склеить. И где мой молоток? Ну что за странный молоток? Как ему гвозди забивать? О, это индюк. Он начинается на букву И. Но боль, бараболь, бараболь. Опять все уронили. Иди ко мне, молоточек. Что это? Ой, буль-буль-буль-буль. Бода, это инопланетянин на летающей тарелке. И правда, иностранец какой-то. Слушай, сосед, у тебя молотка не найдется? Эй, ты чего тут наколдовал? А ну, верни все назад! Все, это катастрофа! Буква И сломалась, молотка нет. Пойду сейчас вот сяду вот здесь и до свидания всем. Бода, смотри, что это? Похоже на ящик с инструментами. Слово «инструменты» тоже на букву И. О, другое дело. А то инопланетяне, нулю-лю, чебурек себе куплю. Вот, дети, буква И. А, буква И не такая. Как же вы меня запутали? Ну, сами покажите, какая буква И правильная. Вот правильная буква И. Молодцы. Хорошо научились. Теперь продолжим. На букву И начинается. Ну вот, буква есть, а слов не осталось. Не дам сломать букву. О, морфики принесли игрушки. Они на букву И. Индюк инопланетянин. Ну, наконец-то. Теперь все готово. Здравствуйте, дети! Сегодня я покажу вам, как играть в разные игрушки. Смотрите. Бода, а как же буква И? Буква И? А, буква И! Да там она!